Сегодня Радоница, родительский день. Это последние из поминальных дней, когда люди массово посещают могилы родных. Больше всего людей на кладбищах было в воскресенье и в понедельник. Коммунальщики убирали на кладбищах каждый день и будут делать это до конца недели. Наталья Ткачук продолжит. На 9-й день после Пасхи, во вторник, православные отмечают Радоницу, родительский день. Сегодня уже был рабочий день, и на столичном кладбище Новое, в микрорайоне Западный, людей было очень мало. К тому же был сильный ветер, и все шло к дождю. Вы просто приехали сами с Григориополя. А тут у нас родственники лежат. Пик посещений всех столичных кладбищ пришелся на воскресенье. С утра все парковочные места были забиты машинами. Порядка 500 автомобилей поместилось на стоянках у обочин. Многие оставляли машины за переездом и шли на кладбище пешком. И да, заметили работники кладбища, больших посиделок, как это иногда бывало, люди не устраивали. По православному обычаю необходимо прийти на могилку усопшего или усопшей, взять, поставить цветы, дальше взять, значит, помянуть, ну, в том плане, что кому-то отдать, значит, панихидку, вот, и прочитать эти самые литию об усопшем. А вот мусора было много. И не только старых венков и бытовых отходов. Пасха в этом году поздняя. Трава давно пошла в рост, и ее очень много. За неделю со всех столичных кладбищ коммунальщики вывезли 223 КАМАЗа мусора. У нас дежурила техника, и мы после того, как люди уже разошлись, тоже собирали мусор, собирали бутылки, контейнера, спецавтохозяйства нам помогали, и они вечером вывозили их, опустошали рано утром, тоже в 5-6 утра. То есть как бы работа продолжалась. 30 небольших контейнеров с кладбища вывезли сегодня. 10 больших стационарных лодок сегодня были уже полупустые. Сегодня мы убрали по 4 трактора. Здесь у нас 2 трактора работает. По 4. Один, ну, в 4 куба один трактор. Угу. То есть мы уже спасли. И еще работа предстоит еще в течение недели. Очень много будем. Генеральная уборка на кладбищах столицы продолжается. Убирать и вывозить все, что осталось после поминальных дней, коммунальщики будут до конца недели. Наталья Ткачук, Дмитрий Редькович, ТСВ.